И вы понимаете, да, что мы вам сейчас покажем? Мы вам сейчас покажем то, что творится в городе Магнитогорске. А в городе Магнитогорске на улицах творится кошмар. Ну, понятно, что это город при металлургическом производстве. А что нам дает металлургическое производство? Оно какает на наши автомобильчики. Ну, это бывает. А как вы хотели? Либо вы не хотели бы жить в этом городе, ну, тогда бы ничего бы не получилось. А так мы говорим, что да, вы приехали на комбинат, поставили там машину, ну и уехали. А машина-то никакая. А как ее сделать? А мы вам предлагаем приехать в автомоечный комплекс «Авангард». Вот здесь он располагается. Кстати, этот автомоечный комплекс работает круглые сутки. То есть то, что мы вам сейчас покажем, вы можете сделать и тогда, когда вы просто едете в ночную смену. Приехали потихонечку, помыли машину и на чистой машинке приехали домой. Чем ли это не радость? Итак, приветствую, ребятки. В каком городе мы живем? В самом чистом? В смысле, не в самом чистом городе. Мало того, что он в предгорьях, так у нас еще и кислород вырубают. И если честно, то в этом металлургическом городе счастья чуть больше, чем в Карабаше. Но вот от Карабаша тайга начинается в 10-15 километрах. А у нас ее нет совсем. Так что сори, ребята, в таком городе мы и живем. И все это сказывается не только на нас, но и на наших машинах. Итак, мы вот видим что-то с этим автомобилем. Что это такое? На этом автомобиле доломитовый налет. Это у нас в городе часто на черных машинах видно, также и на белых. Бывает другого цвета, бывает белый, бывает коричневый, бывает черный. То есть это наша жизнь получается, так ведь? Да, это наша жизнь, это наш комбинат. Что вы делаете с таким автомобилем? С таким автомобилем у нас есть специальный пластилин, который выдергивает весь этот налет из лакопокрасочного покрытия. Он не портит, не царапает. Стоит это недорого, от 2000 и выше, и автомобиль приобретает свою первоначальную форму. Я, конечно, понимаю, что у нас есть ККЦ, и ККЦ вот так вот свинячит? Да, вот так вот, вот такой вот образуется налет на машине от ККЦ и на ЦМ-заводе. Приезжает, не убирается ни шампунями, ни химией, ничем. Также убирается специальным раствором, разводимым в определенных пропорциях. Не портится ни лак, не портятся ни резиночки, ни пластик. Убирается абсолютно отовсюду. И где все это делается? У вас? Делается это у нас на автомойке «Авангард». А адресочек для того, чтобы... И телефончик. Потому что ходят, ездят, еще что-то придумывают. Гораздо проще к вам отдать сюда, да и все вы сделаете. Да, мы находимся по адресу Галиуллина 4А. Работаем мы круглосуточно. Телефон наш 472-473. Приезжайте, будем рады. А вот это в первый раз и на отечественном телевидении. Дело-то в том, на Западе такие машины просто красят. Хотя я не видел на Западе ни одного производства как типа у нас. А вот наши чудомойки. А чудомойка в «Авангарде» особая. И она легко справляется с цементом и разной прочей фигней с ММК. А точнее с ККЦ и с выбросами цементного завода. Хотя после того, как на ЦМ-заводе запустили агрегат улавливания, таких машин оттуда стало-то поменьше. Другой вариант. Ваш металлик начал металлизировать, и не только металлическими включениями. ИДП знаете? Известково-доломитовое производство. И супер-мега-пластилин, 2000 рублей и чистый автомобиль. Кстати, есть у нас еще и коксохим и прочая фигня, загрязняющая не только наши легкие. Так вот, вы понимаете, если вы нахимичили, то где все это дело смывается? Автокомплекс «Авангард», который располагается на пересечении улицы Галиуллина и Столиваров. Сюда вверх до Советской доехали и приехали вот сюда. Кстати, автокомплекс работает круглые сутки. И вы можете все это сделать... Трамвайчик приехал. Вот, вы можете это сделать и утром, и вечером, и тогда, когда трамваев нет, то есть ночью. Приезжайте, сделайте свою машину эксклюзивно чистой и едьте к своей супруге. И она вам скажет: молодой человек или мой замечательный хозяин, как ты хорошо относишься к своему автомобилю. Наверное, так же ты отнесешься и ко мне.